Чтобы представить всю глубину художественной изобретательности Тондодони и все те новшества, отличающие картину от остальных современных живописных работ, достаточно сравнить «Святое семейство» Микеланджело, а именно таково настоящее название картины, с картинами с таким же сюжетом. Например, в произведении Луки Синьорелли круглая форма подставки повторяется только лишь положением фигуры святого Иосифа и направлением изгиба спины Марии. Во всем же остальном сцена могла быть абсолютно без ущерба написана на квадратной доске. В Тондо Микеланджело наоборот, вся композиция подчинена округлости формы. Разворот ног Богоматери, следующий нижнему краю подставки, рука Марии, как и небольшая стена на заднем плане, как бы стремятся превратить круг в сферу, приобретающую хрустальную прозрачность. Этот момент, а также изгиб центральной группы, возможно, навеянный именно клубком фигур, которым представляется Лаокон, в свою очередь позаимствованный Рафаэлем для изображения потерявшей сознание Богоматери в Пало-Бальоне, придают плоскому изображению эффект трехмерности восприятия. Картина была написана по поводу бракосочетания Аньоло Дони и Мадалены Строци. Название картины содержало ссылку на фамилию заказчика, так как жест святого Иосифа как бы предлагает, то есть приносит в дар Марию младенцу Иисусу. Однако критики, расшифровывая символику, не ограничились только этим и усмотрели в обнаженных фигурах на заднем плане предшественников подобных фигур Сикстинской капеллы. Аллегорию человечества «Ante legem», то есть «До искупления». Мария и Иосиф уже представляют историю «Суплетти», освященную проявлением заповедей Моисея. Объединяя же тех и других фигуры мальчика Иоанна Крестителя, чье лицо чрезмерно схоже с Иисусом, поскольку он представляет предтечу. А младенец олицетворяет человечество «Суп Грация» – искупление человечества приходом Христа. Композиционный план святого семейства схож с нераздельным гордиевым узлом, объединяющим веру, искусство, молитву. Его дополняет изумительная деревянная рама, специально вырезанная для картины Лоренцо Гиберти. Тондодони, как ее обычно называют, явилась счастливым результатом гениальности Микеланджело и дальновидности великого коллекционера Аньоло Дони, заказавшего те же годы свой собственный портрет и портрет супруги Мадалены Строци, молодому Рафаэлю, приехавшему в то время во Флоренцию.